уважаемые друзья, подписчики канала на YouTube. Это снова я, волонтер бездомных животных города Ефремова Наталья, Тульской области. Своей деятельностью я занимаюсь уже в мае будет 7 лет, как я начала оказывать помощь бездомным животным. На данный момент у меня есть приют, в котором состоит 46 собак, которых я спасла из разных тяжелых жизненных ситуаций. Ну, вот. Предлагаю вашему вниманию собаку Рита Соня. У нее умерла хозяйка. Вот. Она прибилась к одной из школ, где ее кормили все лето. Но перед учебным годом директор вызвала службу отлова. И, конечно же, Соню Риту ждало усыпление. Вот. Девочки обратились ко мне, попросили помощи. Вот. Это умнейшая собака, метиска с алабаем. Да, Риточка? Рита, Соня. Вот. Рите около 2 лет. Собака прекрасный друг-компаньон, и у нее отличные сторожевые качества. То есть Рита у меня сидит как раз вот возле домика, охраняет все. Все и всех. Вот. Дальше у нас Сэм. Рита, Соня. Соня, Рита, моя хорошая девочка. Вот. Может быть, кому-нибудь на предприятии, может быть, кому-то нужна взрослая большая собака, которая будет выполнять свои охранные качества. Там у нас Сэм. Сэма. Сэм. Сёма. Вот. Тут у нас, да, лежит, с ума сходит лисенок. Маленький компактный мальчик. Вот. Лисенку у нас около года. Нашла его в прошлом году, умирающим от пироплазмоза в черте города. Вот. Ну, естественно, не могла проехать мимо и забрала это чудо к себе. Вот. Моя группа находится в Одноклассниках, ВКонтакте. Группа моя называется «Помощь бездомным животным. Город Ефремов. Творить добро». Вот. Телефон для связи мой 8-902-900-1610 Наталья. Номер карты Сбербанка 0865. Ой, простите. 42-76-66-00-17-47-08-65. На имя Мария Владиславовна С. Вот. Будем рады любой помощи, кому не безразлична судьба вот этих животных. Спасибо огромное всем.